Есть! Всю команду разнесли Кизи! Всем привет, с вами Нубикубик, Савчик и Владус. И добро пожаловать на новый видосик по Бравл Старсу! Привет! Короче... Полетели! Подожди, стой! Ты не против, чтобы я сначала открыл кейсики? Потому что у меня накопилось уже почти 120 штук. А знаешь, почему я против? Потому что сначала надо поставить лайк под том уже. Давай тогда это все будет одновременно. Я пока что буду открывать кейсики, а вы за это время должны успеть поставить свой лайкосик на это видео. Обязательно поставьте их, не забудьте. Ну, а я поставил уже. Ну ладно, эмоции, чуваки, я смотрю, вообще прошаренный, прям вообще красавцы просто. Короче, я обычно лайк ставлю до того, как видео начинает стрелять. Я более умный парень. Ну да, ты вообще прям молодец. Смотрите, чуваки, у меня, короче, уже накопилось 4500 кубков, а значит, я сейчас открою большой ящик подарочек. Нормально. А у меня я, короче, вот сразу же мне выпадают. Блин, походу ничего не выпало. Ё-моё, да что за фигня вообще? Кубик о, чуваки, у меня есть 2 жетонов X2, сразу же 200 штучек. Нормально. Нормально. 400. Короче, чуваки, смотрите. Я так думаю, что я сейчас буду играть за розу, и для этого мне нужно ее сначала взять и немного прокачать. Где у меня, блин, роза? Ё-моё. Так, погодите. Сейчас. Что-то я ее найти не могу. А, вот, нифига себе, чуть не испугался. Так я могу сейчас сразу до 7 уровня качнуть. Нифига себе, нормально. Нифига ты мощный. Так, чё, как вы думаете, может быть, мы с вами начнем захвата кристалликов? Да гоу-гоу-гоу-гоу! Нифига, конечно, одновременно готово нажали, я же офигел от такого поворота. Все, ну, давай, Кубик, сейчас мы тебя выиграем. А, стоп. Мы же в одной команде. Кажется, ты что-то немного перепутал. Ну, бывает. Сейчас, ребята, так. У меня есть миньон, что-то от всех одно. Наконец-то у Савчика хотя бы не залагало. А у меня теперь не лагает. Чувак, Лаус, что там стал, блин, я же испугался, думал, у тебя залагало. Оп, так, чуваки, мне надо разыграться, ребята, мне надо разыграться. Чуваки, меня, блин, только что вынесли. Да, мы с Савчиком только что разыгрались, а Владу зашел только сейчас. Поэтому он будет сейчас набить, как самый успешный. О, Владу, давай, да бутылкой, блин, чуть-чуть осталось. Сейчас, Савчик, ты еще не переживайте, сейчас всю команду еще у них вынесу. Давай, ультуем и... Есть! Всю команду разбил, прикиньте! Кубик вообще просто разбил. Нифига я жесткий. Меня все трясет сейчас от такого просто экшена. Все, ладно, ты нас прикрываешь. Ой, ага, понятно. Прикрыл, да, меня убили с бомбами. Блин, меня пушка закидывает. С какого фига вообще? Ё-моё, бомбермен, иди отсюда нафиг. Ё-моё! Ребята, да капец, ты там Кубик вообще мочит. Да я вообще так вообще просто как самый настоящий провинциал. О май гад. У меня 5 кп, ребята. Сколько у нас получается уже 6 кристалликов? Нормально. Блин, у них надо пушку сломать, у них там пушка, короче, нас этот бомбит. Сейчас я ее сломаю. Оп, рикошетом. По пушке попал. Ладно. Так, чуваки, там 2 кристаллика лежат. Надо бы желательно их подобрать как-нибудь. Да меня бомбами закинут. Надо так-то, да? Мне тоже бомбы закидывают. О май гад. Этот позорный, у него очень мало хп. Тогда у него реально мало хп, потому что просто дали. Ё-моё! Чёрт, 1500 кп! 1500 нужно задать. У меня вообще нету, блин! Чуваки, я забираю кристаллики, гасим! Всё, бегите, сейчас я вас буду прикрывать! Вынесли меня! Вообще прям максимально не вовремя! У нас того только 10 кристаллов, блин, появилось! Потому что я Рика, ребята, я просто Рика! Давай, Савчик, мочи там всех! Блин! Тут пушка есть, которая сейчас быстренько КС даже сломаю, так, минус пушка, минус пушка! Кубик, не лезь, Кубик! Да, чуваки, 2 кристалла нам уже надо! Добудьте, пожалуйста, 2 кристалла! Сейчас добудем, Савчик, давай, иди помогай! Сейчас всё будет, сейчас всё будет! Блин, нет, не будет! О-о-о, нужно быть поаккуратнее, на самом деле. Кубик, беги оттуда, сейчас мы с Владусом все сделаем. Так я просто уже устал, блин, убирайте это стопки, что за фигня вообще? У них тоже 2 кристалла, ребята, их надо замочить все. У них уже тоже 8 кристаллов. Сейчас, блин, есть! Все, Саша, собирай кристаллы и бежи его туда. Блин! Ну, бас, блин! Ну, Владус, спаси, пожалуйста. Да блин, ты что сделал-то? Да вы чё, все сбегайте оттуда. Бегу, тихо, беги, Кубик. Опа-па-па-пам, все, убил! Саша, гаси оттуда! 19 кристаллов! Офигеть, чисто 20 кристалликов! Вот это я уйду за миньона! Чуваки, нифига, эта катка сейчас вообще максимально потная была! Нифига, мы затащили его просто, как смотри, самый настоящий! Изи! Меня до сих пор бесит со своими бомбами, нафиг! Я устал! Это по-любому заслуживает ваших лайкосиков! Без лайков здесь вообще никуда, потому что Кубик стал звездным игроком! Да-да-да-да-да! А давайте в кражу подарков! Я Let's только go. Хотел ее предложить, ты прямо у меня с языка, можно сказать, это снял. Кража подарков начинается прямо сейчас. Итак, и кто же будет играть против нас? О, но против нас там играет Биби, потом еще кто-то. Мне кажется, что. Блин, только эта толстуха еще играет! Так, она вообще мощная! Давайте здесь стоим дефать будет. Ладно, давайте. Вы тогда идите вперед, я буду здесь защищать наш подарок. Подарочек. Не, у меня, наверное, не получится, потому что у меня очень мало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю. Так нет. Короче, ладно, чуваки, я дефаю пока что, блин, там. Меня бьют. Не, давай, Кубик, ты, я буду здесь защищать. Не, Саша, у тебя, блин, такой персонаж, которым защищать будет очень тяжело. На самом деле, идет сюда нафиг, минус,
Берем, окей. Так, Савчик, Савчик, гаси, гаси, гаси. Молодец, вообще нормально там тащишь. Только желательно делать как немного поаккуратнее. Черт, у них там тонут. А, меня ультануло, и черт! Я держись, кубик! Значит так, меня пока что не палят, я бегу за подарком. Чувак, у нас заспавился Мишка. К нам ведет твой Мишка, который делал сейчас будет носить. Рикошетом ее замочил. Ой-ой-ой, меня сейчас убьют. Я беру подарок. Давай, Владус, забирай подарок и гаси быстрее оттуда. Владус, хорош, хорош, хорош. Да все, подарок забирают. Кубик, держи. Эй, я пытаюсь нас сохранить. Правда, получается как-то немного тяжеловато на самом деле, черт! Хорош, хорош! Все, подарок уже принес, нифига ты жесткий! 1-0 пока что нормально. Медведи, ребята, давайте. Сейчас вынесем. Сейчас я бутылку, блин, а куда побежала? Вот так, вот так тебя. Сейчас главное задаем подарочек, чтобы его не стырили. Защитите нас подарок, а я пойду к ним по новой. Давай, давай, Владус, иди пока что. Кубик, давай, тащи, 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 тащи! Блин! Подарок стырили, чуваки! Черт, не подарок несу, что ли? Да-да, они принесли, походу, наш подарок. Черт, все-таки не получилось немного задепать. О, нет. Но я, короче, у них в кустах спрятался. Я сейчас должен не пытаюсь подарок забрать. Опа, Владус. Не получилось его спрятать. Не надо, подождите, дайте я дождусь, пока не все. Сейчас я... Ой, я их убил, блин. Почти там у них спалили, ХП нету. Меня спалили, меня спалили. Так, окей, сейчас нужно будет тогда максимально аккуратно. Владус, ты там подарок собираешь или нет? А, ультой получаете, заразу. Блин, Владуса вынесли, с какого фига, вообще непонятно. У них очень мало ХП было, пацаны, надо было их добивать. Когда спавился, Мишка, иди нафиг отсюда, не мешай мне, пожалуйста. Воу, черт! Они бегут к нам, пацаны! Возвращайтесь быстро! А я сейчас запалюсь, я запалюсь и сразу всех вынесу. Иди отсюда, нафиг! Оп, я убил, нормально, нормально, нормально. Подожди, Владус, а ты где? А я у меня убили, чё? А, да, блин, а я думал, ты там подарочек уже несешь, я уже даже немного обрадовался. Конечно, подарочек несу. Так, сейчас у нас остается мало времени. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, я, блин, не успел подарочек забрать. Забирай подарочек, забирай, выкидывай его как можно дальше, чтобы... Выкидывай, кубик, красава, красава. Кубик, давай, давай, я стараюсь, что-то не получается на самом деле. Хорош! Давай, 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 защищаем! Савчик, забирай подарок! Я защищаю! Изи! Ебой! Вот это бот-то вообще было! Чисто, ладно, что под конец убили, но я все равно стал звездным игроком. Не зря, все-таки играю за Розу, нормально, нормально. Так, чуваки, чё, может все-таки поиграем, короче, еще один бомбезный режим? Короче, мы решили вместе с Ладусом и Савчиком поиграть просто в осаду, и я думаю, то, что сейчас будет очень потно, но мы все-таки сможем затащить. Нет, им хана, пацаны, здесь, сейчас короче, мы затащим. Надо вот прям максимально болтики все забирать. Да-да, через 20 секунд начнется осада, поэтому нужно, блин, успеть быстренько нафармить. Опа, мне убили, не дал забрать, нормально. Ой, я принёс, где дела, бегает, о май гад, добейте его. Чуваки, второй есть, давайте третий, допустим. Четвертый сейчас принесу. Нет, осада будет за нами, прям по-любому. Нормально, нормально. Да Мортис у них забрал болтик, черт возьми. Да не переживай, он сюда нифига не сделал, сейчас я вынесу, сейчас я вынесу. Просто на последний секунд его вынес, нормально. Так, роботом, ребята. Все, а теперь нужно ультовать и сразу всех разматывать. Пока, иди нафиг отсюда, пока. Оп, я их пушку бью, нормально. Савчик, зачем, блин, надо было сначала робота вперед пускать. Все, ультуем, сразу же газим мы всю их пушку. Чуваки, короче, это ребята, изи победа, просто будет по-любому. Я сразу стою на точке и забираю болтики. Хорош, ребята, ну, сейчас, а, да все, это изи победа. Блин, у них получается 48%, а у нас целых 100. Значит, у нас здесь вообще Савчик, болтик, 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 Савчик, куда бежишь? Блин, так, чуваки, там болтик, ладно, я пошел за болтиком. Я ультанул. Да, все, я бегу, все нормально, у нас получается уже целых 3. Все, убил. Хорош, молодец, вообще просто от души красавчик получается. Все, третий есть, отлично. Четвертый уже есть, чуваки, все, изи, просто изи победа сейчас будет. Сейчас, короче, тут здесь. Робот заспавнится. Владус, стой, не заходи в зону, Владус. Ты чё, блин, куда пошел-то? Пока у меня он атакует. Я тебя все равно принесли. Капец, это вас какой-то получается. Ладно. Так, Мортис, иди сюда. А чё, Мортис туда побежал? Ты чё, дурачок, что ли? Робот нас бьют так сильно, у него 60%. Чё за дела? У кого 60%? Я ультую по пушке. Игрок, правильно. Так, чуваки, теперь, я думаю, настало время поиграть в Brawl Ball. Тем более, что мы играем с Савчиком вместе. Оу, нормально, я мастер Brawl Ball, пацаны. Мы помним, какой-то мастер Brawl Ball. Кстати, я нафармил уже 10 раунд на Розу, и мне дали 100 звездных жетончиков. Звездных очков, точнее, перепутал немного. Ой, ну все, крутой. Погнали, у нас. Вообще, крутой, крутецкий. Так, Brawl Ball начинается прямо сейчас. Так, мне вот интересно, Савчик сейчас будет нубить так же, как в прошлый раз, или нет? Я думаю, что будет. Ну, вообще-то, я профессионал в Brawl Ball. Да-да-да, конечно. У Савчика попадается мяч в руки, и все, капец. Лучше бы это... Да-да, блин, против нас сыграет Мортис, это все, на самом деле, очень опасно. Меня тоже вырубили, но я тащил. Мортис, я почти что накопил ульту, чуть-чуть я не накопил. Ой, бегут! Они уже идут!
тут! Дальше же не ценится, не за сейчас затащим. Нормально. Там в кустах Пока сидит, так что будьте поаккуратнее, чуваки, держи. Кока, давайте. Я с этого Пока отпокаю, о, все, хана ему. Защитите меня кто-нибудь. Сейчас, я приду в лаус, я бегу тебя спасать, но что-то не получилось. Вот мне фартануло, Мортис! Да, блин! Блин, офигевший Мортис! Ладно, это не Мортис, это Самуэл. Самуэл забил гол. Самуэл, вообще какой-то офигевший Самуэлчик получается просто. Так, все, пацаны, давайте надо забирать мяч. Давайте на Майка, потому что он убегает, блин, от нас, офигевший чувак. Черт, все, беги, купи. Бежим забивать сразу же и им гол. Сейчас мы по-любому. Я попробую. Я не успел утонуть. Гол, блин. Они мячик перехватили, с какого-то фига просто, офигевший чуваки. Так, опа, забирайте мяч. Забирай. Я пока их выношу. Опа, я пока сделал. Да, прикрою, я сейчас тоже ультану. Тапчик, давай, помогай мне. Сейчас я ультану. Все, давай, пошел, забивай. Я даже не понял, как это произошло, но произошло это бомбезно. Покинули, я там ультовал, пока все. Ой, меня нифига вынесли. Так, чуваки, я забираю мячик и сразу же бегу им забивать гол. Беги, забивай. Есть! Ебать! Чуваки, смотрите, не, ну мы сыграли, видели, короче, да, 4. Что я профессионал. Мы сыграли 4 каточки, и все 4 каточки я был звездным игроком. Да мы подавались просто тебе. Да, конечно, подавались. Ладно, я думаю, что видос получился прям вообще мега бомбезный. Мы все катки выиграли, просто как самые настоящие профессионалы. Ну а с вами был Кубик Нубик и Владус и Савчик. Пока!